Быть женщиной – это еще хуже, чем быть фермером. Столько всего нужно удобрять и убирать, удалять воском растительность на ногах, сбривать волосы подмышками, выщипывать брови, пятки оттирать пемзой, отросшие корни волос подкрашивать, кожу очищать скрабом и увлажнять кремом, прыщи дезинфицировать лосьоном, ногти подпиливать, ресницы красить, целлюлит массировать, мышцы живота укреплять упражнениями. И весь этот трудовой процесс должен быть идеально отлажен. Стоит вам отвлечься от него всего на несколько дней, и все усилия будут сведены на нет. Иногда я с ужасом представляю себе, на что я была бы похожа, если бы вернулась к своему естественному виду, подаренному мне природой. На каждой голени по густой бороде с длинными усами, заросшие брови, на лице кладбища отмерших клеток кожи с надгробиями в виде прыщей. Длинные загибающиеся ногти, как у вампира. Глаза слепо, как у крота. И я глупо щурюсь, словно древняя старуха, потому что нет контактных линз. Отвисшее тело колышется со всех сторон. Ох, нет. Стоит ли удивляться, что женщины так не уверены в себе?